1 июля в региональном центре по связям с общественностью открылся 11-й международный фестиваль «Автоматы гитара». Событие приурочено ко дню ветеранов боевых действий и в этом году проходит в знак поддержки российской армии. По традиции в фестивале принимают участие исполнители военно-патриотической песни. Этот день – это знак глубочайшего уважения всем тем людям, которые, рискуя своей жизнью, исполняли и исполняют свой воинский долг во благо нашей Родины, нашей отчизны. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваше мужество, за вашу отвагу и огромные слова благодарности за то, что мы сейчас здесь находимся в этом зале, за то, что мы живем. Спасибо вам большое за ту работу, которую вы проводите сейчас по патриотическому воспитанию молодежи, за то неравнодушное и активное участие во всех мероприятиях с подрастающим поколением. Зрители услышали песни коллективов и исполнителей из разных городов России. Что знаменательно сегодня здесь, в Омске, это то, что на эту сцену сегодня выйдут ветераны боевых действий. Не просто певцы или там актеры, да? А это люди, которые участвовали. Тут не нужно вживаться в образ этим людям, которые выходят исполнять. Они прошли это. В рамках события состоялось награждение воинов и мечей медалями «Ветеран боевых действий» и «Защитнику земли русской». Кроме того, свой горячий привет омичам передали со сцены участники Всероссийского юноармейского патриотического автопробега «Юнармия за мир без фашизма», следующего по маршруту Красноярск-Грозный-Махачкала. Очень ваш хлебосольный прием нас сильно радует всегда, потому что мы сибиряки, мы всегда говорим, что мы своих не бросаем. Хочется выразить слова благодарности вашему руководству и представителям администрации. Фестиваль «Автоматы гитара» продлится до 9 июля. Концерты пройдут в Омском, Азовском, Одесском и Таврическом районах. Кульминацией станет гала-концерт с участием всех звезд военной песни. Он состоится 9 июля в Ростовке на празднике «Королева спорта». Моя совесть горит.